пошел к своим бурбонам. Специально показать тебе. Вот как я с Гаскованом, я складываю совсем по-другому. И, в общем, специально для тебя замерил рулоны, чтобы тебе показать. Вот диагональ меряется. Видно? 180. А вот так вот 120. Два рулона в траву кладется. Получается как раз в наш российский входит 26. Если в импортный он немножко подлиннее, входит 28 рулонов. По поводу завязки для себя вот эти рулоны накручены. Я экономил. Нет, сильно плотно совсем не обязательно было завязать. Ну, расход большой нитки. На 50 рулонов уходит 2 мотка. В наших российских там завязка совсем по-другому сделана. Там где-то рулонов на 80, то и на 100 хватает. Ну, качество завязки на импортном 10 раз лучше. Можно, в общем, там электрическая, кнопку жмешь, сколько надо, столько он тебе, наверное, мотает и навяжет. Может через каждые там 2-3 сантиметра сплошным намотать. Лучше, конечно, пресс, когда вяжет сетка, но это будет значительно дороже. Сложенные рулоны нужно обязательно закрывать, иначе они портятся очень сильно. Это вот у меня на задах. Цвет плохой. Дальше пойду снимать.